Здравствуйте, друзья! Пару свободных универсальных тяпок вашему вниманию. Тяпки цельнометаллические, кованая сталь, 95Х18, 57-58 единиц термообработка. Сталь коррозионно-стойкая с минимальным уходом, что немаловажно. Хоть на природе вы будете работать, хоть дома. Касательно термообработки, друзья, данная твердость на рубящий инструмент при данной стали, ну, я считаю, оптимальный вариант, и уже, в принципе, это доказано. Не раз. Я бы даже сказал, не год и не два. Рукояти выполнены из черного граба, накладки, монтаж на штифтах. Традиционная пропитка масла Даниш для защиты от воздействия окружающей среды. По размерам. Общая длина 317 мм, длина порубящей кромки 180, ширина 85, обух 4,7. Достойные рабочие тяпки, друзья. Хоть на кухне вы ей будете работать, хоть на природе, там дрова подрубить, ветки, по заморозке, если там пищу приготовить, звери разделывайте, добычу по кости, отрабатывают себя на 1000%. Ну, кто пользует, кто знает, уже не один год, это действительно так, ну, а кто захочет попробовать, пожалуйста, две штуки есть в наличии, по стоимости 4000 рублей любая. Ну, вторая тяпка, вот, то же самое, черный граб на рукояти, ну, давайте покажу, пожалуйста. Аналогично. Естественно, тяпки будут с чехлами. То есть, ну, можно использовать, я не знаю, кто-то называет как транспортировочный чехол. Вообще, на самом деле, хоть на рюкзак повесить, да, хоть на снаряжение и, в принципе, вперед. Вещь, конечно, увесистая, но, тем не менее, на поясе тоже можно таскать. Пожалуйста.